Слово «бордюр» в переводе с французского языка переводится как «кромка», «обрамление» или «кайма». В строительстве дорожный бордюр – название профильного разделителя между тротуаром и проезжей частью дороги. Компания «АЕШ» предлагает вашему вниманию бордюры «БР» и арочный лоток «Ла-3». Бордюры «БР» предназначены для отделения проезжей части улиц и дорог, внутриквартальных проездов от тротуаров, газонов, площадок остановок общественного транспорта и обособленного полотна трамвайных путей. Дорожный уже давно стал неотъемлемой составляющей дорожного полотна. Арычные лотки также являются важной составляющей системы, которая обеспечивает долгий эксплуатационный срок той поверхности, рядом с которой они сооружены. Его сооружают для отвода ливневой и талой воды, причем не только у автомобильных и железнодорожных путей, но и у зданий, на стоянках для автомобилей, под мостами и так далее. Компания «АЕШ» также реализовывает доставку по всему Казахстану.